Мама, смотри, кого мы поймали. Мне кажется, вашему гостю пора домой. Нет, он здесь будет жить. Представляешь, если бы тебя поймали огромные существа и посадили в банку, что бы ты чувствовал? Я бы очень хотел к маме. Вот, отнесите его к маме. А кто его мама? Идея! Ты куда? Ай! Упс! Нашел! Сейчас поищем его родителей. Этот? Не похож. Не то. Может, он черепаха? Не похож. Не то. Ой, не похож ни на кого здесь. Пошли искать на улицу. Чего это, а? Нельзя мусорить. Ты смотри, что делают, а? Мусорит, мусорит. Не нужно мусорить. Вот я им сейчас покажу. Нашего ребенка принесли. Мы с ним играли, но с ним все в порядке. Ему было весело. Да? Угу. Пока, малыш, приплывай поиграть. Куда? Она его не любит? Так не бывает. Просто она не мама. А кто мама? Тише. Ты уверена? Они же не плавают. Во-первых, некоторые плавают. А во-вторых, может, он просто упал в воду и поплыл случайно. Давай на землю его выпустим. Проверим. Давай уже отдадим его маме. А она решит, что со своим ребенком делать. Змея! Змея! Ой! Мы вашего ребенка принесли. Мы с ним поиграли, а теперь он домой хочет. Подождите, он что, не ваш ребенок? А чей тогда, не знаете? Кто еще плавает в воде без лап, но с хвостом? Эй, ты кто? Ого, ничего себе! А может, он птица? Ага, а крылья где? Мы же не знаем, что у него еще вырастет. Может, крылья? А ног у него сейчас, как у птиц, две. Да. Птицу позовите, пожалуйста. Да все равно, какую? Они же все родственники. Здравствуйте, это ваш малыш? Здравствуйте.
Что она делает? Спасибо, мы поняли. Вы не мама. Ящерица? Крокодильчик? Тигренок? Маленький. Мало ли, как они выглядят в детстве. О. Здравствуйте. Кажется, я поняла. Ого, так вы что, его мама? Пока! А все равно, дети всегда похожи на своих родителей, даже если не сразу. Точно.